Здравствуйте, меня зовут Луцкий Владимир, я мастер спорта, и сегодняшний обзор посвящен накладке Spinlord Tanuki. Играл я этими накладками на основании Stiga Rosewood 7 с двух сторон и на основании Red and Black Revenge справа. Слева у меня была CUDA S1 максимальной толщины. Коротко об этой накладке можно сказать: мягкая и быстрая.
Я не скажу, что она играет по-разному на разных основаниях. Она ведет себя одинаково. Она легко пробивается, даже не при очень сильных ударах, и позволяет понять характеристики вашего основания. Играл я тануки на разных основаниях и понял, что ракеты отличаются только характеристиками оснований. Накладка имеет невероятно большой поступательный выброс. По шкале скорости это 10 из 10. Но она не создает сильного вращения. Так что запиленные подачи и завесные топсы с сильным вращением – это не ее конек. В принципе, последнее поколение мечей направлено на то, чтобы снизить вращение в игре. Так что тануки работает с ними в тандеме. Из-за того, что эта накладка не сильно реагирует на приходящее вращение, снести топ с ударом даже низкий запил относительно просто. Эта накладка отлично себя проявит, если вы будете пытаться реализовывать топ с удары и вставки. На приеме подач не старайтесь играть аккуратно. Все время обостряйте игру длинными острыми срезками и скидками по направлению. Это и будет почва для реализации топ с ударов и вставок. Для этого вы должны будете реализовывать игру через плоские боковые верхние подачи. Если вы будете правильно занимать позицию, то скидки и завышенные срезки будут для вас приемлемыми. А также, если соперник не остро начинает по вылетающим подачам, вы должны будете это использовать. Будешь много разговаривать, красная будет. Thank you.
начинаю разрывать.